Единую Россию все равно большинство населения воспринимает с именем Владимира Владимировича Путина. Поэтому они все равно этим брендом будут пользоваться. Другое дело, что Владимир Владимирович уже давно не надо ассоциировать с Единой Россией. Это вообще очень распространенная практика, когда власть, заездив в какую-то партию, меняет просто вывеску. Появился новый бренд у них. Зачем им Единая Россия? Было у нас много партий власти, от которых потом отказывались от использования. Единая Россия сейчас твердо ассоциируется с партией воров и жуликов, и негатив в обществе по всей России к ней очень огромен. Поэтому это, я думаю, надо не партии власти, а это решение Путина, чтобы партия власти отказалась от использования его лица.